Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал «Посылка из Китая», рад всех снова видеть. И сегодня у нас обзор очередной посылки, маленький пакетик, который добирался до меня 40 дней, был заказан 11 ноября на распродаже AliExpress. Внутри кабель с разъемом Lightning для iPhone. Кабель стоил всего 50 рублей, 74 цента с доставкой. Посмотрим, что он из себя представляет. Вот такой кабель. Длина его 1 метр. Разъемы выглядят так. Кабель в тканевой оплетке. Плоский. Длиной 1 метр. Позже я подключу его к телефону и скажу, как он работает. Но, судя по отзывам, проблем не должно быть. Итак, дорогие друзья, вот такой кабель. Отлично работает, стоит всего 50 рублей. Покупки рекомендую. По сравнению с оригинальным кабелем, который стоит 1000, этот дешевле в 20 раз. По-моему, выгода более чем очевидна. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Кидайте ролик друзьям. Ссылка на этот кабель будет в описании под видео. Всех еще раз с наступившим Новым годом. Всем удачи, хорошего настроения. Всем пока-пока.